Идем отсюда, Миланочка. Че, Эдвин, куда идешь? На дискотеку? Сейчас будем веселиться. Че, как в школе-то у тебя это? Нормально. Двоечки, пятерочки. Все есть. Все есть, да? Да, коллекция. И двоек, и троек, и четверок, и пятерок. Нормально. Эдвин, вы можешь шарик быстренько стырить. Один. Что, будешь сейчас веселиться? Тоже со съемочкой. Привет. Как делища? Че, погнали? Тот самый, да? Они тебя, знаешь, как знают? Вас же смотрели, Эдвин вас смотрел в этот, в Хэллоуин. Миланочке говорит, а это мы к той девочке едем, которая на Хэллоуине была в Америке. Я говорю, да, это та девочка. Че, ты сюда заходи, да, Серег? Да. Что-то мы здесь не были еще. Ну, прикольно, есть. Йети. Да, в жизни больше, да? Высокий. Ну что, все, погнали тогда? Да. Сейчас только я это предупрежу. Позвоню там. Да? Спросил, как зовут? Какие номерочки? Да, у тебя какой? 52? Нет. Типа лужа. А, это космос. Ну ты же смотри, какой интересный. Да. И там еще есть. Тут такая фигня, что ли? Да. И там еще есть. Ну-ка, тоже. Подожди, ну-ка, подави. Прикольно. Там еще есть. Быстро побольше. А, я думал, это нарисовано. Так, сейчас. Давай, это не брук. Вы готовы? Да, все. Надо надеть бахилы. Бахилы вот здесь. Что ты, одевайте тогда, потом я одену. По номеру браслета сдаете? Круто. Классно придумали, да? Ну-ка, Миланочка, стань здесь, зафоткаю тебя. Милан, смотри сюда. Прикольно. Что ты, Серег, тоже будешь прыгать? Здесь, если вот выключить свет, да, можем классно танцевать, если это наверняка свечивает. Ну да, здесь дискотека, блин. Я в нем испугался. Опять. А что, вообще снимать? Ну, снимай, конечно. В носках можно же гонять, да? Да, потому что вот по этой штуке. Да, там слетят ботинки. Ну, мы же так можем походить. Я не буду прыгать. Просто. Нет, у нас так. А, в любом случае. Они да, бахилы могут ворваться и уже. Понял. Сидеть. Окей. Я в шоке.
Все, готов? Ой, забыл сдать. Ну все, движуха пошла. А, здесь можно рисовать все, да? Да, ну здесь ничего такого необычного, просто доска. Вот там прикольные вещи. Хорошо пишет. Прикольно, кстати. Это будет заставочка как раз. Это роспись твоя, да? Что это такое? А, лайк. Круто, круто. Все, погнали дальше. Ничего себе тут. Какой песок. Нет, давай сначала песок. Да, давай самое такое, это, веселуху. Даже нужно. Это такой кварцевый какой-то. Нифига. Нет, он очень легко, он не пристает. В то же время такой массажный эффект. Классный массажный эффект. А, он не липнет, в смысле? Да, он не липкий, он это очень легко отряхивается. Он не пристает. Да, он даже не прилипает, да, в принципе, блин. То есть вот один раз вот сделал, все. Прикольно. И массаж такой, массаж, да, классно? Очень классно вот детям. Как вот ноги, да? Детям, Сереге. И даже в руках тоже приятно помять. Ну. Прикольно тему сделали. А вот еще штуки всякие. Что-то мы такое дело пропустили, да? Знали бы, давно уже пришли. Что ж ты молчал, Серег? Так получилось. А, меня же вообще не было. Да, меня Серега вообще в Америке был. Может, и в Америке узнал, приехал сюда, вот теперь оповещаешь. Кстати, вот чувак, который все это дело открыл, он долгое время проживал в Сан-Франциско. И, в общем-то, все идеи почерпнул. А, оттуда, да? В Америке, да. Ну, вот такое, кстати, я не видел ни разу. Ну, здесь еще немало будет прикольных вещей. Да? Да. Эдвин, что, как тебе такая тема? А? Прикольно, да? Смотри, прикольно то, что не цепляется, видишь? Может, давайте. Да? Теперь раз и все. Может даже засыпать вон. А как помнишь, которая вот. Ну, папа танцует. Да, там одна из игр это. Сапер. Ты просто закапываешь руку. Да. А кто-то искать должен, да? Нужно тихонечко так раскопать, нажимать на ногти. Когда нажимаешь на ноготь, да, то есть ты как бы деактивируешь каждый палец. Да. Если вдруг ты задеваешь что-то там, ну не ноготь, а вокруг ногтя, там палец. Да. В любом месте, кроме ногтя, то взрывается. И как бы летит тебе в лицо. А, вообще? А там что такое? Давайте продолжим. Здесь вот все-таки для самых как бы маленьких. Ну да. Вот это отдел. Мама, тут кровать, еще у меня такое. Опа. Вот такие интересные штуки, но об этом можно. Мы еще поговорим позже. Об этом мы еще позже тоже, поговорим. Кстати, прикольно. Я хотел взять это. Потому что это более развитая тема в другом зале. Для более взрослых ребят. Прям здесь как дома. Достаточно полноценная игровая. Но. Кухня тут. Умывальник. Холодильник. Прям как все по-настоящему, да? В таком достаточно натуральном масштабе для таких детей. Да, да, да. Поменьше. Да, у них прям как натурально. Очень даже натурально. Это тостер. Ты знаешь, что такое тостер? Я знаю. Я только помню. Да, но мы ни разу не пробовали. Ты пробовала тостер вообще? Тостер, да, у нас. Мы вот ни разу еще не ели так. А,
Вкусно, нет вообще? А? Тостеры прикольные, нет? У меня есть тостер. Пошлите вот уже. Ты пользуешься или что ли? Он просто стоит. Нет, ты покупаешь такой, есть уже нарезанный. Резанный хлеб, да. Доставляешь. Так, достаточно. Нормально? Приятно поджаривает. Это называется, по-моему, какой-то там бассейн. Смотри, папа. Давай. Круто. Здесь прям. Здесь еще, обратите внимание, не только вот эти кубы, да? А, там мягкие еще шарики. Мягкие шарики. Тоже. Но. Приятный, дает массирующий эффект. Можешь закидывать. Ты знаешь, тут не так-то просто вообще вот, как бы передвигаться. Поэтому пробежаться. Физически тоже приходится работать детям. Потому что как бы создает препятствия. Ну давай попробуем. Эдвин. Эдвин. Идем попробуем вот отсюда туда добежать. Без остановки. Откуда отсюда? Вот оттуда вы начни, на меня беги. Ну, в смысле, просто быстро иди ко мне. Давай, сможешь? Ну давай, иди, 3-4, пошел, давай. Не падай, не падай. Давай это, Вик, ты попробуй. Сможешь? Только не прыгайте, а просто начинаешь идти, вот, идти. О, дошла. Ну-ка, давай ты, Эдвин. Давай. Не прыгай, просто иди, быстро. Нормально. Давай скатись вон с этого. Ну, классно. Столько всего напридумывали, да? Прикольно. Все, пошли дальше. Поизучаем, что тут есть. Вон здесь попробуй забраться, Милан. Смотри. Папа. Да, да, да. Вот эту штуку я знаю, да. 3D. Прикольно. Такую домой можно даже лицо сделать. Можно отпечатать, лицо. Миланочка, идем вон там попробуй тоже залезть. Вот, смотри. Ох, нифига. Это Эдвин. Вот твой нос. Нет, давай с той стороны вдвоем сделайте. Вик, давай тоже. Нет, давай вот. Сейчас, подожди. Вот из этого. Да, вот так можно сделать. А, нет. Наоборот надо. Наоборот. Сейчас, подожди, не делай там ничего. Подожди. Угу. Так, все, давайте вдвоем лицом. Давай, 3-4. О, прям страшно стало. Смотри, через камеру лучше видно. Ну-ка давайте еще раз. Хорошо, только Не торопитесь. Да не торопитесь, это такое помедленнее. Сделайте помедленнее. Сейчас дадим вам команду, подождите. Да. И прям до упора, насколько возможно. Эдвин, медленно. Давайте. Давай. 3-4. Я открыл рот. Да, вообще жесть. На камеру четко видно. Ну-ка, давай, Милан, на этом. Сможешь забраться? Ну, ты-то понятно, Эдвин, ты заберешься. Ну, вы-то что, вы уже билдер? Пошлите дальше, посмотрим, что там. Ой, все, пошлите дальше. А где Вика? А, вот. Поющее дерево вот нам подсказывают. Что это? Поющее дерево нам подсказывают. А-а-а. Звуки разные, да, вот эти идут? О, да. Это надо тебе шарик туда вот перевести. Здесь тоже вот нечто подобное. А это что? А, шарик перекатывает, да? Да. Подгонять. А как его вверх поднимать? Нет, вот сюда закидываешь. А, шарик пальчиком, да?
что как? Попробуй его. Довести надо вниз его или вверх? Или без можно разницы? И вверх, и вниз. А как его так? Пальцем нужно его подсолкнуть. Смотри, я покажу. Так. И до упора надо. Вот сюда, да? Сейчас. Давай, давай. Ладно, погнали. В целом посмотрим, а потом уже поиграетесь. Давай. Самое интересное, вот. Самое апофеоз. Эпик. Это полностью вручную соткано. Полностью вручную. Прям сами сделали все? Да, огромное количество. А, сплетено. Работа, то есть это все вручную ткали. Здесь, офигеть. По-моему, около 300 километров. Не запарились они это все делать? Да, около 300 километров вот этой нити. Ткань получается, то есть ткань, да? Ничего себе. И она многоуровневая. То есть, посмотри, отсюда, наверное, да, вижу. Будет не видно, потому что все будет рябить, да? Вот, человеческим глазом мы можем видеть, что там несколько уровней, по-моему, 4 уровня. Я вижу там. Ну, отсюда, да, через камеру плохо видно. Да, там вы можете залезть еще выше, и потом еще выше. Да. Это как это, пчелиная, этот, да. Сотый вот этот. И причем, когда ты туда залазишь, это, опять же таки, требует усилий, особенно детских усилий, для того, чтобы забраться наверх. А мне можно? Давай, попробуй. Да нет, тут что, там для детей. А что для детей-то? Для всех, я думаю. А где они там лазят? А, и там везде вылазить можно, да? Да, это по всей. Ну-ка, сейчас я оттуда посмотрю. А, там не увидишь. Тут чего только нету вообще. Прикольное местечко, блин. Там еще 5 видов конструкторов. Да? Куда мы еще дойдем? Да, я опять же таки вот это... Здесь очень много кубов мягких. Но... Не так-то просто передвигаться, вообще не. Ну тут вообще нереально, там еще чуть-чуть можно было. А смотри, там горки есть еще. Давай, Оль, тоже прыгай. Пошли посмотрим там, где они. Там можно детей так потерять. Эдвин, вы где там? Сейчас будет. Че, классно, нет? Я на самом деле буду. Смотри. Ты не потеряешься там? Вот я. А, здесь? Блин, офигенно. Вот еще тоже. Нет, самому охота полазить. Он сейчас, к сожалению, на профилактике. А, там вот это да. Что-то подтягивают, затягивают, но вообще очень классный тоже. Да, да. Когда мы с Викой приходили первый раз, второй раз, работал. Это есть же вот эти канатные всякие штуки, да? Похоже на это. Вообще прикольно. Ну да, я поднимусь там, засниму. Эдвин, здесь горки есть, идем покатайтесь. Тут даже рогатка есть. Это Angry Birds. Angry Birds, да. Надо кубик один взять. Такой это. Своеобразный Angry Birds. Да, и запустить. По сути, идем с рогатки стрелять будешь. По сути, тебе, вот здесь рогатка по есть. Сути, ты можешь туда спуститься, выстроить там какую-то композицию из кубиков. Да? Несколько кубиков поднять сюда и стрелять. Да, можно кого-то поставить там, конечно, и в него стрелять. Идем с рогатки, будешь угорать. Здесь еще нужно учесть, что во всем этом детском игровом комплексе нет никаких сценариев. То есть здесь все сделано для того, чтобы дети сами из одного в другое переходят. Сами, да, просто экспериментировали. Просто как хотят, вот как они хотят, как видят, так и играли. Да, прикольно. Здесь намеренно не сдают никаких сценариев. Давай, сможешь там подняться? Вот такой, как бы скалодром. А, ну. Можно взбираться, пожалуйста. Тут можно потеряться. Давай, Эдвин, внизу встанем, Вик будет в тебя стрелять. Иди. Скатись туда, встань. Подожди, сейчас Эдвин встанет в него. Попробуй попасть. Ты аккуратно, Эдвин. Там же не лицом вниз кататься. Кинь пару кубиков сюда. Эдвин, отойди.
Давай, Милан, катись. Кидай просто сюда кубики и все, кидай. Сюда кидай, Эдвин. Лови, лови. Все, давай попробуй выстрелить. Ладно, давайте еще один. Можно самому туда встать и... Нет, ты смотри, надо... Ну-ка, давай ты, Серег, попробуй. Наверное, надо как-то вот за это место держать. Уже? Просто отпускать. Вот. Да. Надо там чуть-чуть просто цеплять. Здесь больше шарики, наверное, стрелять надо. А тут он вообще что-то здоровые рогатки есть. Смотри. Это на какие-то маленькие шарики стреляют. Отсюда что, это маленькими шарами стреляют, да? Их просто нету? Нет, это вот мягкими кубиками, которые с бассейна. А, с кубиками? Прикольно. А, там еще дальше что-то есть, да? Да, конечно. А, я думал, все заканчивается. Да там еще вон сколько всего, ё-моё. Вот это тоже лазилка интересная. Ну, давай по очереди тогда. Тут вообще дофига сейчас, чего. Стойте, смотрите. Я же сам хочу поиграть. Папа. Все, аккуратненько, аккуратно только. Классно, блин, хорошо, что нас позвал. You are welcome. Но мне же самому нравится. Это... Нам бы в детстве полоса, такое, полоса, блин. Препятствие. Да, это... А можно потом селфи с известным блогером? Можно, да, конечно. Ты здесь работаешь, да, получается? Да, работаю. Да? Может, что расскажешь что-то? С скольки до скольки? Сейчас тут крик пройдет. А это кто? День рождения. Это у них такая программа у аниматоров. Вот. А, отмечать можно, да? Вот, а комната номер один, комната номер два, там дни рождения, праздники проходят. Вот, и это как раз таки программа их. Театрализованная, да, получается, да, можно? Там разные у них. Аниматоры это у вас свои или заказывать отдельно надо? Они, получается, снимают у нас, ну, помещения, вот эти два помещения. Вот, и уже проводят тут свои праздники. Прикольно. А с скольки до скольки работаете? С 10 до 10. Каждый день, да? Каждый день, да. Без выходных? Не, выходные есть, там график разный. Допустим, можем 3 дня работать, 2 отдыхать, можем 4 дня работать. Ну, в субботу, воскресенье мы обязательно... Всегда работаете. Да. А по ценам как вообще? От чего будни, зависит? Будни всегда ну, дешевле. Выходные всегда дороже. Подороже. 450, сколько я не ошибаюсь, да, 450 и 350 это будни. А взрослые, дети, ценник разный? Если ребенку меньше 6, то он идет с родителем. С родителем, да, родители за себя не платят. А если уже ребенку уже 6 лет есть, то он уже заплачивают. Угу. Вот. И у нас обязательно идет, если ребенку меньше 6, то родители, человек, который будет смотреть с ним вместе ходят, да. Ну, вот такие вот браслетики еще дают. Сейчас мы походим еще, поизучаем, а потом, наверное, еще с вопросами закопаюсь. А там что такое? Интерактивная песочница. Они видели, да, вот? Можно делать. Блин, классно, блин. Ты можешь создать. Офигеть, как будто это, даже страшно смотреть. Ты можешь, смотри, создать гору. Гору. Блин. В зависимости от уровня будет меняться картинка. Самый нижний уровень – это вода, дальше идет трава и уже горы. А, это ты по высоте просто, да, само цвет выстраивается, да? Ты здесь можешь почувствовать себя богом. То есть сначала можно... я создал воду, да, затем я создал землю, горы. Можно очень красиво все сделать. А, там это вода получится, да, как кратер? Да. Классно, классно придумали. Как Эдвин, идем, смотри, здесь какая хорошая штука такая. Это интерактивный песок. А это что, правда? Смотри, разная высота, допустим, если ты глубину даешь,
то водичка появляется. Если высоту даешь, то камень образуется. Тут есть разные карты, вот это одна из них. Я могу еще... А, менять можно, да? Давайте драконы против... Она у нас не работает. Я могу включить океан. Тут надо делать остров. То есть делайте большую кучу. Это будет ваш остров. Вот так вот делаешь. Ну, вот остров. Так, видишь, остров появляется. Все, это остальное, это уже океан. Хорошо придумали, да? Кто-то сообразил. Еще можно что-нибудь другое. Допустим, опять выровняем, чтобы один уровень был, чтобы вам было интересно строить. А там не пришли драконы. Они не работают, эта карта у нас. Так, можно, допустим, сделать вулкан. Вот. Тут делаешь... О, смотри, смотри, смотри. Горку, красиво как. Горку, это будет ваш вулкан. С него будет течь лава. Да, да, вот. То есть, ух ты, как будто вживую, да? То есть можно абсолютно в разных частях делать, будет лава. Ну-ка, подождите, подождите, ничего не делайте, Эдвин, давай посмотрим, что дальше будет. Он, получается, идет вверх и вниз, да, вот так? Да, да. Так же, да? Не загораживай, Эдвин. Чуть отойди, будет видно хорошо. Вон, смотри. О, вот да. Лава вытекает. А смотри, тут даже дым идет, видишь? Где? Вот-вот дым, дым, дым. Видите, нет? Да. А есть что-нибудь еще? Да, еще есть. Да, тоже выровняем, чтобы было интересно. Вот что, да, в школах там что-то такое не делают, да? Таких примерок объяснять нельзя. Ну, а давай. Тут в школах скукотища. Раз ребенок подошел, что-то поделал. Вот, он тоже. Ну, да. Ты тоже? Получается, с центра... О, красиво, красиво. Точки, подожди, Милан, подожди. С высокой точки, а вода стекает вниз. То есть можно сделать вот тут такую-то. И все, вода стекает. Также и можно... ручеек можно, да? Да. Я понял. Вот так вот в гору, да. А тут это... Можно заградить этот путь к воде, ну, путь воды туда. Смотри, вода, сейчас соберется туда, будет. Сейчас, смотри. Нет, классно. Я не закрываю, вот оттуда же свет падает. И тут еще вот, когда рукой проведешься, сейчас, да. она уходит туда. Перезагрузка, да, получается? Да, да. Ну все. Вот дальше. Пошли, давай. У них быстро все происходит, да? Все, тут это уже творческая друг... зона, творческая зона. Ё-моё, чё тут только нету. Тут можно весь день затеряться, блин. Мне вот нравится, что здесь такие кубики, достаточно большие. Упругенькие. Да, то есть можно да. Прям реально сделать например, небольшой домик для детей самый то. Если там очень полазить. Захотеть, да, прям здорово. И получается достаточно прочный. Достаточно прочный домик. Тут еще один конструктор. Много различных деталей. Полная свобода для творчества. Что хочешь, то строишь. Кто вас пидораст? Чума! Что сказать? Мы себя знали, пока не работали. А здесь мероприятие проводят. А тут что такое вообще? А, это идут эти, туалеты уже, да? Там что-то рисовать ими, конструировать. Вы должны все вместиться, вся команда.
прикольно. Какие-то композиции выстраивают. Сейчас посмотрим. Эдвин, что там будете собирать? Да, оставить УЗИ вообще. Ничего себе, разошлись. Стороны надо, да? Сейчас я по очереди каждый. Ютубчик. Subscribes. Ютуб. Надо вот позвать Садику сфоткать. Но только вот где они? Пошли посмотрим, где позовем. Сейчас я посмотрю. Нет, вот сюда попробуй. Сейчас, давай в этой. Исчезнем вот здесь. Давай. А давай вылези наоборот. Как этот же есть. Сегодня чопчик друзей оказывается. Да? Ладно, я добавлю. Игра же есть, это страшная игра-то. В этих штуках кто лазит. Outlast. Видели, нет? Outlast. Пошли вон там, в этих проволоках, я засниму. Ну, я заснять хочу. Ну, давайте еще раз. А вы сейчас снимаете? Да. Так, смотрите, надо. Дай, ну, первый. А что делать-то надо? Ну, короче, не, вот через эти штуки. Не задевать. Да? Это как будто бы лазер и как будто бы это ограбление. А, задевать нельзя. Смотри, как надо. Шпионы! А можете наоборот, сверху ниток идти? Прикольнуть. Наоборот, вот как? Перелазить. Да-да-да, во-во, не залезать, а просто перелазить. Вон. Хорошее место такое, да? Столько всего есть вообще. Сейчас мы хотели другое. Там вон YouTube это собрали. Идемте там селфи сделаем. Идем посмотрим. Аккуратно, Миланочка, смотри под ножки. А это что? Это вот так сходить. Ну-ка, давай здесь пройдись. Вот здесь, Эдвин. Здесь начинается. А, давайте, друг за другом. Ты, наверное, не сможешь, да, Милан? Я могу. Нет, тут что-то будет это, наверное, для тебя тяжело. А, эти штучки мягкие, да? Что, получается? Ничего себе. Очень сложно.
Ну да. Все, Эдвин уже упал. Да. А я не падаю. Да, да, да. Вот девчонки, Эдвин, пробиваются. Ты падаешь там. Вот, Милан, молодец. Давай, давай, давай. Папа, привет. Это что такое? Это он спрашивал, как это? Что это такое? Ходульки какие-то, да? Ну да, я попробую. А, по-моему, один нужно снять. Ну-ка. Опа-на! Аккуратно, пошлите. Че так далеко уйдешь, Эдвин? Пошли вон там. Да, сейчас я попробую. Ну-ка, Серег, чуть-чуть отойди. Вот так вот, да. Чуть-чуть, Вик, туда. Вот так. И вот так, поближе. Да-да-да, вот так. Или просто, да, вот так вот, как, да, в лотос, да, все вот так. Все, все, да-да-да-да. Все, 3-4. Нет, давайте вот так вот, ты, наоборот, прикольно сделал, давай. И ты тоже, Эдвин, вот. Все, 3-4. Да. Я свой сфоткаю, потом тебе перекину. Ой, потом чуть перекину. Давай. Надо, ты заснял, да? Welcome to the jungle, boy.